Место, пропитанное любовью к лошадям. Энергия, которую невозможно передать словами. Здесь нужно побывать. Это нужно увидеть. Конечно, не каждый поймет это чувство, ощущение, что ты заряжаешься и наполняешься. С лошадьми я знакома, но как спорт и что-то большее меня это заинтересовало недавно, и каждая вещь, все увиденное здесь, впечатлила до слез. Конный мир предстал передо мной в самых мельчайших деталях. Все хотелось изучить. Воздух был пропитан профессионализмом. Я наблюдала, как всадники держатся в седле, они и лошадь — единое целое. Мне захотелось приложить еще больше усилий, чтобы заниматься, развивать свои навыки и узнать еще больше. Я благодарна, что смогла попасть хотя бы на последний день этого мероприятия. Я зарядилась и готова погрузиться с головой в этот мир, потому что лошади — это единственное, что вызывает во мне такие эмоции. И мне кажется, я на правильном пути.